Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на ремонт стиральная машина LG. Клиент жаловался, что при стирке идет характерный какой-то звук и появились искры снизу. Поэтому будем смотреть. Значит, план действий какой? Сразу откручиваем 4 болтика сзади. Откручиваем крышку. Так, открутили. Далее скидываем фишки с нагревательного элемента. В первую очередь проверяем утечку тена и его работоспособность. Ставим приборку на прозвоночку. Берем щуп. Один щуп на один катак, второй на второй. Так, звенит. Тен целый, на пробой. Один щуп на контакт, второй на корпус. Не звенит. Ставим на утечку. На мегаомы. Точно так же. Один щуп на контакт, второй на корпус. Единица, нормально. Второй, единица, нормально. Так, тен у нас целый.